Хотел кое-чем похвастаться. Ничего не замечаете, да? Вот я колом одел. Мне вчера выпал колом. Ну, конечно, я охуел. Продавать я, конечно же, не буду, хотя не на SSF играю, а на хардкоре Абисе. Продавать не хочу. Вот я его, очевидно, одел. Что у меня теперь? 7136 хп. Типа так у меня 5,5. А так 7103, ну типа охрененно забущен. Капризисты. Каприз 26% снижения физурона, 6 шанс уклонения. Ну и СРС, да. Пятилинк, вот, ну это я уже показывал эти вещи, пятилинк. Очень мало экспы в час у меня, потому что я тир 3 фармлю, то есть я выше тира 3 не заходил, у меня вот 14% атлас. Ну вот, видите, да, я выше тира 3 не заходил, я даже тир 3 не все еще сделал. Такая фигня. Типа я бы мог, наверное, но опасаюсь просто. У меня к тому же тир 3 не все есть. А ну-ка, может, у нее тут есть? Не, у нее нет. Что тут есть? Тир 1 не надо. Ну, вот тир 2, тир 1, да. Вот, карта мыса есть. Много вы сделаете. Не все я, к сожалению, могу делать. Квесты заны не все выполняю. У меня урона не хватает просто. То есть я реально не могу некоторые квесты ее делать, боссов убивать. В Кайрблейде у меня квест был, надо было боссов убить, я просто ливнул, даже не стал делать, нереально, типа. Реально, типа, я супер жирный, супер забущенный. Ну, кстати, у меня броня и уклонение низкие, но это без колбы, очевидно. Под колбами у меня где-то по 50%. И то. Ну. О, тир 4. Ну, из-за может реально я тир 4 скоро пойду делать. Что реально я даже тир 3 не все сделал еще. Я даже тир 2 не все вроде выполнил. Одна осталась. Не все карты дропаются. Все равно в этой игре всегда быть надо на чеку, потому что умереть можно даже 7 кхп. А, черт, я замедлен. Чисто вот показать, просто хотел свой кого похвастаться. Да, на босса я тут заходить не буду, того не стоит. Типа, в чем еще плюс вот этих СРСов, то что они сами дерутся, но я говорил об этом в прошлом ролике. Они просто сами идут и защищают. Типа, профитно. То есть даже, я имею в виду, даже я мобов не вижу каких-то, да? А СРС сами их убивают уже. Червей из-под земли. В прошлый раз тут такого не было. Ну вот мне тир 1, тир 2 карты выпадают. Тир 3 у меня в основном мыс и порт дропаются. Катерина, ну квесты Катерина мне не нравятся. По сути, надо всех мастеров качать. Но такое себе. 497 здоровья в секунду регенится. Неплохо.
Вот думал я спектромансером поиграть, да. Но для спектра там просто перекачка нужна, то есть в Вознесениях там другое качать надо. У меня вообще другое прокачано. Вот. Для Уберлаба я только одно испытание выполнил. Что-то редко попадаются просто. Пока только одно и попадалось. Ну вот, отлично. 36 мобов осталось. Но это фигня. Ну вот, как какой-то такой урон. Это тир 3 получается. Кстати, мне уже дропались новые артефакты. Сейчас покажу. Я имею в виду с новыми свойствами. Вот. Неплохо вроде выглядит. Надо будет чекнуть, может даже его продать. Нормально можно. Такое свечение вокруг него. Ну, это у меня заготовки там на всякий случай. Не факт, что пригодится хоть что-то из этого, но... Чё, тир 4 попробовать? На тир 4 я еще не заходил. Можно потестить. Вот карта Взморья. Урон уникального босса не хочу. 19% увеличения урона. Хорошо. Можно попробовать. Вот, теперь у Навали можно обменивать карты. Удобно. Да, я пока мастеров что-то особо не вкачивал. У меня где-то 5-4 уровень, наверное, у мастеров в основном. Даже 6-го, наверное, ни у кого нет. Э, 71 уровень мобов. Ну, у меня 80-й. Так что, можно попробовать. Тут типа только урон мобов увеличен, и все. Больше ничего. Никаких множителей. Ну, в первый раз я босса убиваю для атласа, а вот во второй раз такое себе не обязательно. Типа, если босс легкий, то можно убивать. Неплохая карта, достаточно прямая. Да, уровень очень медленно у меня апается. Ну, зато уверенно. Зато уверенно. Типа я не форсирую события совсем. Просто уверенно иду вперед. Спектры у меня очень быстро умирают, потому, ну, я изредка спектр поднимаю от них. Большого импакта нет, на самом деле. Они вроде как дамажат, но очень, ну, на каких-то боссах могут подыхать, на жирных, сильных врагах. Тотем провоцирующий у меня, вот. Тотем приманку всегда. С собой. Полезная вещь. Это моя первая тир 4, напоминаю. Я еще на тир 4 не заходил. Абисы я не открываю, боюсь. Что-то они слишком сильные какие-то. Да и не вижу профита особого. Чё-то до хрена мобов живых осталось. Ну ладно. Портал на всякий случай тут не особо, по идее, сложный, не знаю. Вот уёбок, блядь, запутался. Точнее, девочка, это ж девочка. Некромант.
Тут несколько боссов. Ну просто провоцирующий тотем ставить. Отваживать их от себя. Ну, спектры, они нужны для таргета, там, для добивания. У меня на них добивание. Изи. Карта с моря завершена. Ну, это просто карта сама по себе хорошая. То есть раз на раз не приходится, на самом деле. Это тут просто так легко относительно. Но это не на каждой карте просто так. Вот такая броня. Она сама по себе горит, то есть без микротранзакций. Сама по себе такая аурку имеет. Чем-то Skyrim напоминает. В Skyrim тоже подобные аурки красные были. Окрас такой у брони. Ну что ж, ладно. Хорошо бы найти посох какой-нибудь на плюс 2 камням огня, что-то такое. Профитно бы было. Такое. У меня на самом деле, не знаю. Конечно, не самая лучшая, пожалуй, экипировка. Ну, что ж, только 80 уровень. Что будет хорошее дропаться, я буду, конечно, одевать. Ну ладно, как-то так.